Всех приветствую на нашем канале Optonet. Ребят, сегодня я покажу, как от вашей Wi-Fi сети узнать пароль. От вашего роутера, который издает Wi-Fi, и, собственно, вам нужно узнать пароль, и также покажу вам, как изменить пароль. И неважно, какой у вас роутер, например, вот такой вот Netis, бывают еще роутеры TP-Link, например, вот такой вот Tenda. Кстати, обзоры вот этих роутеров есть на канале, ссылочки будут в описании, можете перейти посмотреть, ну и, конечно же, по ссылке заказать. Так вот, сейчас я вам покажу, как узнать и как сменить пароль от вашей Wi-Fi сети. А вы пока подписывайтесь на канал и приятного просмотра. Итак, ребят, для того, чтобы узнать пароль от вашей Wi-Fi сети, вот здесь внизу у вас подключены вы к сети Wi-Fi, и вот здесь есть доступ к интернету. Вам нужно нажать правой клавишей мышки, здесь есть диагностика неполадок и центр управления сетями и общим доступом. Нажимаем центр управления сетями и общим доступом. После чего у вас открывается ваша Wi-Fi сеть, и вот здесь есть беспроводные сетевые соединения и название вашей Wi-Fi сети. Здесь уже нажимаем левой клавишей мыши. И здесь у нас открывается вот такое окошко. Здесь есть свойства беспроводной сети. Нажимаем сюда. И вверху у вас есть безопасность. После чего, смотрите, у вас ключ безопасности. Нажимаем отображать вводимые знаки. И после чего у вас отображаются пароль, именно тот, который установлен на вашу беспроводную сеть. Вот вы, собственно, узнали пароль. Если вы хотите сменить ваш пароль, вам необходимо все это дело закрыть, зайти в браузер Google Chrome и перейти на меню вашего роутера. Неважно, какой у вас роутер, вам нужно в поисковой строке написать 192.168.0.1. Есть два адреса, если у вас по этому ничего не находит, то пишем 192.168.1.1. Эти два адреса я оставлю в описании. После чего нажимаем Enter, и нас перекидывает на вот этот сайт нашего роутера. Но нужно зайти. Имя пользователя называется админ. И пароль тоже админ. Ну, то есть изначально так стоит. Дальше нажимаете «Войдите». И после чего, ребят, нас закидывает на самый главный сайт именно вашего роутера. Здесь все указано про вашу сеть. То есть название. И здесь можно полностью управлять вашей Wi-Fi сетью. С левой части у нас на экране беспроводные сети. Нажимаем на вот эту вкладочку, и здесь есть защита беспроводного режима. Нажимаем сюда. После чего у нас открывается пароль беспроводной сети. Вот этот вот, тот, что который у нас стоит. Вы его удаляете и пишете сюда новый пароль, который вы хотели бы поставить. После чего внизу есть вкладочка «Сохранить». Нажимаете «Сохранить», перезагружаете роутер. И все, ваш пароль Wi-Fi сети изменен. Ребят, всем спасибо за просмотр. Вот эти ссылки, вот это название 192.168.0.1 будет в описании. Переходите, смотрите, что непонятно, пишите. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.